прочим, в принципе, не так и плохо. Давайте за то, чтобы не было хуже, потому что мы, я думаю, все знаем времена, когда было хуже. Слава, все позади, сейчас перспективы, надежды всякие, да. Так что, чтобы наши слова были услышаны, естественно, а мы уже как бы постараемся сделать лучше. Потому что я помню, например, даже уже был 91-й, например, 2-й год, бильярдных столов было штук 8 у нас в Риге, подойти нельзя было. Люди хотели играть, нельзя было подойти. Сейчас можно подойти все время свободно. И один, и второй, и третий уже хорошо. Или другой всегда говорит, я в кризисе, мне так тяжело, мне это туда-сюда. Он говорит, ну да, до кризиса у тебя было 3 Мерседеса, теперь 2. Один пришлось продать. Но были времена, когда мы на «Жигулях» ездили. И очень хорошо себя чувствовали. Не, ну в то время как бы «Жигулях» стал как «Мерседес». ВАЗ-2102 считался больше, чем «Мерседес». В принципе, на то время черного цвета он даже был больше, чем «Борь». И главное, и тебя радовало, эта машина радовала больше, чем сейчас новый «Мерседес». Сейчас новый «Мерседес» не может так порадовать, как в то время радовал новый материал. Сейчас человек покупает новую машину. Там Мерседес или Рейндж Ровер, и все рассказывают, какая она плохая. Ну нет, да, это... Ломается, да, все, ломается. Да. Мне так не нравится. А купили девятку, ну какая девятка? Черная, да, вишневая какая-то. Они там... Вопрос. Вопрос такой. То есть была ситуация, что с Юлей, в принципе, по доверенности. Доверенность со Шором можно сделать? И в понедельник достали всех это... сертификат регистрации, потом доверенность. Просто у меня вот насчет вот гостиницы, с партнером есть свои там соотношения, да, это узбек. А ему вот там с одним местом вот такой, как молодой человек, кажется, настолько, пока я другие вопросы решаю, кажется, да, как вот латвийские договоры, кажется, которым за один день веришь, раз передумал, когда за один день его, кажется, полностью тебя вбьет, кажется, этот вопрос. Я смотрю, пока это вопрос через всякие суда, он раз умудрился где-то 27 апреля, марта, вот до свободы, взял вот такой, кажется, себе офшор, владелец Сия. И он, кажется, этого узбека моего друга, кажется, и назначил себе полностью. Да, а компания была Панамская. Угу. Смотри, есть офшор в Панаме регистрирован, да? Угу. То есть он был регистрирован тут в девятом году, который хозяин является, офшор является хозяином той гостиницы на Грецине, да? То есть эта гостиница была как бы основана, как бы куплена двумя патронами. Две партнеры был Гулам был и Акбар, да? Ну, совместная гостиница. И работник у них был такой Улдис Скудра, который как бы представлял интерес этого Акбара, который сейчас находится, я понимаю, в аресте, в Узбекистане арестован или что-то такое. Невыездной, короче. Невыездной, но у него проблемы как бы с финансами, там, политические, там, как бы взгляды, не те, политические подходы, как надо. И вот этот Скудр использует ту ситуацию, подделывает бумаги, то есть вот офшор делает гениальную доверенность. Гениальную доверенность делает с этого офшора, делает вот эту гениальную доверенность офшора, выводит этого второго компаньона Акбара из Валдес в Лоцеклеса, выкидывает как бы и себя назначает Валдес в Лоцеклес, и плюс еще покупает, уставной капитал увеличивает на основу, на котором арест полицейский есть, экономической полиции, там, да? Потому что это гостиница, все арестовано полицией, как бы, да? Арест. Он докупает за 100 латов 10 долей капитала, становится вторым совладельцем. Первый совладелец это офшорка, да? Это офшорка, он становится совладельцем. С 10 капитал дали, за 100 латов, там основной капитал 3,5 миллиона заплачен, да? И Валдес Лоцеклес становится. Мы сейчас вот занимаемся этим вопросом, там полицию, 56 остальное, на каком основании он вообще это сделал, если на гостиницу, на все остальное есть арест, это и земельные книги арест на эту гостиницу стоит. Ну, тогда здесь нельзя делать. Да, но он сделал. Да, человек на столах поднял, все накопили, все сделали. Да, поднял на столах. Говорит, что нам надо. Кто-то его там...
очень серьезно. Не, ну аферист, аферист. Это вопрос не по величам, как его закрыть, кажется. Но мы хотим, кажется, перевести ситуацию, чтобы давление на себя сделать, кажется. Абсолютно не умеет это, кажется. Я могу, кажется. То есть он сам пишет для себя свои фильмы, допустим, такой Петерикумс о том, что он хочет увеличить капитал на 10 капиталов Далис, за 100 ладов заплатить на счет компании. Ну, это делает и просто все в регистре вносит себя как второй же учредитель, учредитель, твои миллиардные круги, у тебя 50 тысяч, я к вам говорю, хочу 50 лад добавить, кажется, и будет вот. Да, добавить 50 лад, ты там тоже учредитель. Учредитель доли капитала там. Регистр принимает у него? Вот, сам принимает, все нормально. Но это юридически, в принципе, я понимаю, как они приняли, основание такое, знаете, мы наложили арест на 100%, допустим, 100%, вот это, 100%, да, были, я вот хочу добавить к этому свои 10%. Регистр объясняет это, в принципе, юридически, я понимаю, как они это объясняют, они говорят, мы же наложили на 100%, а добавить никто нам не запрещает. Он добавил и стал как бы тоже владельцем, 10, участником капитала вот этого вот. Это, в принципе, ну, глупо, потому что мы арест наложили не на долю капитала, а чтобы защитить имущество, чтобы оно не было разворовано, как бы, знаете. А он типа добавил вот свои там... Ну, если 100% доли капитала обременены, кажется, за арест. Да, он это делает сейчас от имени типа того второго человека, да? От имени второго компании, офшор, который владели все. Самый первый шаг, что он сделал, себя бьет как прокурист, видит все. Он видит, что родительские ребята не реагируют, он видит, что полиция с ним не реагирует, потому что полиция арест положила на 100%. Следующий шаг, кажется, вот 27 марта, он сделает, кажется, себя ведет, опять использует его подпись, уже генеральная доверенность на себя от имени этого офшора. И когда он зашел как генеральный доверенность на него, и здесь предприятие говорит, вот я владелец этой компании, офшора. Естественно, человек правление делает на самом деле, что он сам себе пишет, что назначен мне не прокурист, а человек правление на тысячи сияков. Короче, сейчас 100% и там хозяин, и там хозяин. Тот человек вообще нет. И самое главное проблема, что латвийский регистр предприятия никак не реагирует. Я сегодня вот скажу, что почему, когда дает человек вот заявление, или вот это не могут никак. Он подает вот такую гениальную заявление. Они не проверяют. Он если сталкивается с нотариусом, они говорят, знаете, идите в полицию, разбирайтесь, поддельное, неподдельное. Кто в Панаме будет, что там выяснять, да? Я говорю, вот это вот, что он сделал 4 листа, ну как мы помним, да? Вот он сделал такие 4 гениальные доверенности и в Цюрихе, да? В Женеве его апостоли сделал. Вот этим вот. Даже нету, две подписи, только вот эти представители этой Панамы, да? Даже печати нету. Родригес и Хуан, да, допустим. Моя идея, смотри, какая моя идея. Я говорю, вот мне понимал. Я говорю, а в чем вообще по полиции? Казахстанские какой-то листец бегать, все остальное. Я говорю, офшорка чья? Я говорю, чья вообще? Вы вместе когда покупали в гостинице, все остальное создавалось. Офшорка, это, ну, там, платится $1700 этих за эту офшорку, там, примерно. Да, я говорю, это долг из скудры, да? Он говорит, когда офшорка не имеет никакого отношения, по большому счету. Понятно, что он сделал... А документы на офшорку где? Документы на офшорку? У Акбар. У Акбар. У него нет оригинала. У оригинала нет, он видит его, как все. А где покупали, можно узнать? Купили здесь. Офшор. Где? Здесь, я сейчас спрошу, у меня копии вот есть. Конечно. Если есть вариант узнать, где покупали, да. И агента, тогда можно что-то... Можно сделать. А нет, я хотел сейчас, знаете, вот это агент 100% после этих всей разборки будут узнать, что сейчас идет. Я хотел вот с Оскаром, что американский офшор сделать, что вот это панамский, дают американцы нам дают, что вот эти два человека, Родригес и еще второй, дают, что владелец этой компании является офшорной компанией американской. То есть через прокладку проработать, как бы, и достать гениальную доверенность другую. Печатью и апостилы сделать, как бы, и название... Ее не вытаскивать, ее знаешь, как говорят? Ее вообще подделку сделать, я больше ничего не знаю. Мы можем оригинальную и... полуоригинальную, но только с той компанией, которая нам выдает, она выдает оригинальную, а то есть они выдают по-другому. Мы эту гениальную доверенность пока не вытаскиваем. Знаешь, а еще кажется, я сейчас говорю, что надо войти в этом регистр предприятия,
досады все копы вот это, которые в 2009 году мне давали, потому что Акбар, который давал, там же сертификат, доверенность, что вот насовали это копии, можно по волну, который здесь связь, который здесь офшоры, и он может сделать не этот, кажется, два человека, которые, кажется, а другой, допустим, Паулс какой-то там, или там, кажется, Хуан Кан. Ну, Слинг, он, у Слинга может быть это подделка. То есть этот скудер, да, который тут живет, он не был ни в Панаме, ни созвонился. И нет, не меня ограничили. Это все напечатано тут, подписано и в этой, в Женеве, как бы апостоль поставил. И на этом основании наши регистры как бы его выводят Акбара. Еще непонятно, что там за женевская апостоль. Ну, это именно, это же как-то Или нотариус, который на списке смотрит, что вот апостилет, он переводит и поставил свои кошельки. Не в этом вопросе, кто там, чего там. Суть вопроса в чем? Мы делаем такую же самую, надо, допустим, на него или на другого человека, все переводим, все нотариально, все юридически корректно, пока держим его под столом. Контролируем вопрос насчет снятия ареста с этим. Да? Там в Узбекистан, когда снимают, все снимается, мы уже заключаем сделку нотариуса с другими фирмами о продаже данной гостиницы, как бы, и с утра, когда эти говорят, мы отдаем уже о снятии ареста, мы уже с утра подаем земельную книгу, подаем земельную книгу на карбурации, она в земельной книге все продана, как бы, да, все, приходит этот скудра, который, да, является просто, который там был скудра, он как появился, да, исполнительный директор говорит, а говорит, это, ну, а мы им говорим, а кто такой вообще? Мы эту гостиницу, да, у нас была гениальная доверенность, мы ее продали другой компании, и это вообще гостиница была моя и Акбара. Если какие-то проблемы есть, просто Акбар мне звонит с Узбекистана, я ее решу, а ты кто? Откуда ты появился? А по поводу этого подаем заявление в полицию, что это подделка. Те же сам понимаешь, как будет выяснять, годами, но зато все время поддерживается тепло. А наша, кто оспорит, что наша, так же само, как его никто не оспорит, так и наши не оспорит. Вот и вся веселись план. Потому что эта доверенность у нее там, ну, по-латышски переведена там на продажу, на все, что можно. То есть фактически документ хозяин. Просто он ее не может использовать, пока арест на данную гостиницу стоит, полицейский арест, экономическая полиция берет, да, арест по поводу того, что он отмывка денег, там все остальное. Но арест наложен в том числе и по нашей просьбе, по нашему заявлению против Акбара, как бы, а также и по узбекистанскому прошению, потому что в Узбекистане тоже возбуждено, я так понимаю, какое-то уголовное дело. Акбар там... Отмывки, махинации. Акбар как бы по всему миру они разослали, чтобы его заблокировали, его везде счета, имущество, все остальное как бы заблокировали. В том числе и в Латвии прислали. Через Статовского сада не беспаровали, ну, у нас же правовое как бы есть отношение с Узбекистаном. И полицейские возбудили процесс и нарисовали. Но если человек может поехать в Узбекистан и решить этот вопрос, чтобы они в отношении в Латвии и в этой гостинице сняли, то нам просто отконтролировать нужный вопрос, и нужна вот такая гениальная доля. Есть такая возможность, да? Да. Понимаешь? И тогда получается, мы в то время уже до этого гостиницу продаем, заключаем другой фирмы, а в земельную книгу подаем, когда полицейские говорят, сегодня я отошлю, вы уже подавайте. Они отошлют, то тынь-тынь-тынь. Этот скудер, уже продан. А уже, если продан третьему лицу, извини, иди доказывай. Не, ну что тоже такое. И вообще кто такой вообще? Ну тебе за заявление сейчас напишу. Короче, с этого варианта, это скудер или нет. Не, в этом плане варианта скудер нет, понимаешь? А он себя ввел под балдовскую оценку. Даже с очень нагло потерпевшим, когда есть, кажется, юридический предприятие, ты должен быть задавать и юридические вопросы этого полицейского, чтобы вид разрешать, чтобы такой господин обращается с такие, чтобы были его как учредители и как доля капитала даже увеличила, да, как-то? Ничего не происходит, потому что вот липит себя 4 страницы, генеральный доверенность, пойдет, кажется, на его апостилировать, может от кого-то где-то там приклеился, латвийский нотариально заверяет его. Конечно, регистр приказа смотрят, но ошибка на латвийский регистр приказа, 100% надо было проверить. Потому что там есть арест на доли капитала. Ну что значит 100% арест на все доли капитала? И как бы человек увеличивает на 10% 100 лат символически. И пробует. Я же ничего не надо не сделать. Я хочу увеличивать, кажется. Да, кажется?
Потому что я прокурист, я не понимаю. Да, там ситуация в чем? Я понимаю, я не забираю оттуда. Я не забираю. Я вот это 100% то, что нам нужно сейчас, на данный момент, на эту офшорную компанию, которую возили 100%, то есть Узбекистан выяснил, что Абдулла является патрией за слабого угла с этой офшорки. Накладывают на эту гостиницу, как бы на эти доли капитала, на этой латвийской сети, накладывают 100% доли капитала. Это приходит, говорит, за 100 лат хочу 10 долей капитала туда нести своих. Чтобы я там был, понимаешь? Без ареста. Да, без ареста. Говорит, то, что арестован, это отдельно. Говорит, а я заплачу 100, 100 лат. Пусть 90% будет без ареста. Да, да. Вернее, с арестом, а мои 10. Да, а мои, ну, 1%. Нет, там... Номер 99 на 1, да. Нет, там все равно остается, он просто... Там какой-то... Нет, там доля капитала, там 3500 доли капитала. Он 10 лат каждая капитала, потому что основной капитал 3500. Да. Он просто 100 лат доплачивает, чтобы был как бы второй дал им. Он написал 10 капитал даврос, это копия вертого, эльвель эстопного. Это проблема создали, я так понимаю, от тебя, я насколько понял, создали проблему в суде для того, чтобы приняли банкротство. Чтобы кто-то подать мог? Да, потому что там изменились эти дольщики, как бы суд говорит, надо разобраться с дольщиками еще там. Ну ты мне говорил, что суд... Митя, сейчас давали суд на неплатежеспособность. Хотели через неплатежеспособность этого. А суд является еще 9 числа, говорит, еще они выходят, изменения в регистре преданных. А вот 8 числа уже говорит, на будущее судья. Потому что судья тоже будет изменения. Уже знает, что будет 9 изменение. Изменение. Уже неизвестно. Понимаешь? А они 9 только получились в публичных регистрах, понимаешь? То есть судья пишет, я не могу принять заявление на платежеспособность, потому что считаю, что там изменяется доля капитала, ну, дольщики, как бы, ну, понимаешь, он становится самостоятельным. Потому что, честно говоря, я не делался, никаких судей разбираться, никаких вот этих полицейских разборки ничего не действует. Вот сам даже вот эти бумаги мне достаточно, вот такой. Когда регистр прихлятал вот такое нарушение пускать, и вот суд, который должен принять неплатежеспособность, он мне дает официально свое письмо, 8 пишет, 9 поручаю, что в основном все равно пишет, что мы знаем, что будет изменение в регистре предприятия. Откуда ты знаешь, на кого ты знаешь, на кого ты работаешь? Ну да. Да. Ну, то есть это факт. А кому это надо? Ну, Юрий, на ситуации. Да, помнишь, да, когда да, ты да, приходишь, и он приходит, судья говорит, а что, доверенность? Что ты никто? Абсолютно. Моя компания, он приходит и говорит, что это его компания. Ну, у меня такая же самая ситуация. Ну вот. Потому что хочется достать просто. Ну, вот нет другого варианта. Просто человек. Вообще да, ниоткуда. А да, у меня даже семьи хватает, если каждый по одному, если даже вот так. Я согласен с тобой, Я извиняюсь, матом не хочу, кажется, но я вот почему сегодня стал вот до этого, я никогда не сталкивался. Не существует никаких государственных фундаментов. Нет, пробовал на эти самые, кажется, вот прокурить себе достаточно. Просто есть пример, а кто так прокурит? Ну, пришел, как-то, ну, и убедил спокойно. А, прошел подпись, я говорю, давай просто попробуем с этой офшорой. Да. Не, я думаю, здесь надо просто посидеть чуть, четко по шагам посмотреть, пройти и все. Просто возможность как бы сделать вот эти... Мне это просто через какую страну можно возможность апостолизировать такую самую гениальность от той панамской компании, допустим, ну, на него. Все. И вытащить ее только в одном гениальную доверенность, только в одном случае при продаже данной гостиницы, скажем, на другую компанию, в тот момент, когда снимается арест полицейский с публичного регистра. Mm-hmm. Тогда подаешь одновременно. До этого полицейские говорят, да, мы готовы. А постелировать доверенность на меня, не важно, чтобы американцы, там, не знаю, там какой-то Гонконг ТВ. Можно через Таплатку, ну, через Америку сделать, допустим, Панама. Имя доверенность. Самое главное, чтобы вот доверенность, да, говорю, чтобы это панамская давать, я чтобы да, владелец наших компаний сейчас является вот этой Бриджинской острова какой-то. Или американские листики какой-то. А те уже дали нам. Да. А тут я думаю, что можно было сделать. Ну вот такое что-то, ну что. На крайний вариант. Потому что я не работал с офшором, я не знаю, нет. На крайний вариант, может, я просто знаю. Взять американскую компанию. 100%. А американский офшор. Это вот ваша Америка. Просто чтобы американские нотариусы, адвокаты говорили. И часто все понимают, это вот наклейки, когда апостилировали. Чисто человеческий, понимаешь? А вот этот Улдис Худер, он никто. То есть ему никто денег не давал, ни тут, ни дольше, ничего. Но он, конечно, сейчас кем-то хочет просто... Он хочет, понимаешь, гостиница получилась, на данный момент, бесхозная. Потому что у Акбара, у его партнера проблемы в Узбекистане,
Акбар должен ему денег, в принципе, понимаешь, это его как бы его партнерство, он разбирается с ним сам. Кто такой Улдис Скуда? Никто. Он рисовался тут со своей он назначил со своей гениальной доверенностью, да, что гениальная доверенность по переводу. Продать актива и все остальное. То есть фактически документ, что он может его продать в любой момент, как снимется полицейский арест. Идет и продает просто. Ему дали видите, Панаму. Конечно. Не хочет допустить ситуацию, продал полку. И учитель объяснил, что он везде уже сует свою бумагу. Все проходит. Есть арест, я на новый капитан, есть приобретатель, а? Молодец. Прокурист назначает, все проходит. Нотариальный заверенность, вот это я говорю, доверенность на себя выписывает, откуда-то, без печати, без его. Перевод сделает, печать поставьте, да, нотариальный заверенность, есть приобретатель, все такое. Мы проходили, мы это все знаем, понимаешь? Допустим, по прокуру, прокурить, что он сделал, как прокурист, но вообще... Сделал подпись Акбара, подделал от имени Акбара, который Акбар здесь вообще не стоит. Блин, что? Генерал, в Риге не было, он сидит в Узбекистане. А он пишет, что морского часа. Что-то осаду можно ему сделать. Он полицейский. Он реагирует. И вот написали заявление в центральную участку. Я генеральный прокурор. Чего проверить? Знаешь, что через пограничные службы он проверит, что восьмого числа Акбара произойдет. Я говорю, знаешь почему? Потому что Гена там. Ну, Гена рулил вот этот вопрос. А это центральный район, и ты сам знаешь, что там можно все договориться. Этим вопросом я вот сегодня только так занялся. Геннадий, я говорю, мужчина, знаешь, 3 месяца меня вокруг пальца вели, на самом деле, как есть, так есть, говорится. Кто говорит, я же, честно говорю, я никогда вот такого не сделал. Если кому-то обещаю, я сделаю. Если кому-то что-то говорю, я выполняю. Я думаю, что люди так говорят. И тем более, как его переходы говорят. Да, это мой, это вот без всех, знаете, я говорю, да, эти вот. Ну, Олег, это же год знает такое. С ним это то же самое случилось. Ну, пока я все на себя удар не принимаю. Да, братья, по несчастью. А это, кажется, только думали, кажется, какие-то 10 достичь, кажется, вот на этом уровне сейчас и закончилось. Вот пришли 4 раза, дай 10 тысяч, там, дай подошли, дай как-то. Если бы на самом деле, если бы то, что бы давали, если бы решили, если бы они не нехлялся, ну вот, на допрос пригласил. Ну, естественно, я же говорю, вот, когда 4 суток, только они придуманы. Если бы сделали бы все документы, если на допрос пригласил, это вообще не происходило бы даже. Они же видели, что подошли, там полицейские говорят, да, там я программа вообще какой-то гимн, какой-то переход, там что-то. Ну, монаха, иди уходит. Нет, ну так и помню. Пока я, кажется, на себя это удар не принял, уже я думаю, что. Его дали почти как танки вперед, как ракеты Северной Кореи. Я чувствую, что какой. Подделал он там позже, опустолится, все проходит. И зарегистрирует ему тут. Вообще на том еще с этим сам. А так это самый лучший вариант. Тот вариант, который вот я сейчас сегодня предложил, я думаю, это самый верный и нормальный, потому что бегать по полициям. Бегать по полициям, доказывать, что это можно тоже. Что это офшорка панамская не давала, представляешь, это сумасшедшее. Как латвийская полиция докажет, что панамская офшорка, кто поедет в Панаму, запрос отправлять, не там офшорку эту найдут вообще, кто выписывал чего или не выписывал. Ну и понятно, что никаких оригиналов, конечно, нет. Да? Нет. Копии везде поданы. Схема та же. Ну ты посмотри, вот на эту схему та же. Даже вот на эти порт даже нету штампа. Я почему спросил, потому что надо оставить. Да, ну да, я вижу. Нет штампа. Просто 3 подписи. От Панамы. И в этом вот Женеве Апостолисе нотариус поставил. Ну что Апостолис? Ну поставил Апостолис. Через 10 дней все. Он мимо просто проезжал. Да. Да, мимо проезжал. Или кто-то был по интернету обослали, там тебе давай там где-то там поставь Апостолис. А тут мы в Латвии нормально, нотариально его проведем, ну, и стоп-косик, заверим, оригинал где-то спрячем и будем ходить с нотариально заверенной подписью. Оригинал в Панаме. А оригинал в Панаме. Как это? Нет, это всегда у нас так. Подделал бумагу, принес. Вообще липу просто сделал. Сделал перевод, ничего не было. Вообще это не существует. Склеил доверенность из разных этих. Заверил перевод, стоит на суде. Судья говорит, а где оригинал у вас? Я сижу на суде, моя компания. И он вот этой липой отзывает меня с моей компанией. Он говорит, ты уволен. Рязанский это, нормально. Ты представляешь? Который уже все... Ты уволен. Я даю, да. И судья спрашивает, а откуда вы взяли тогда? Хорошо, у вас есть копия, а где вы взяли оригинал?
той доверенности, чтобы отозвать меня. Он так на меня поворачивается, а я говорит, у него вовсе. Говорю, простите, да? Его взял. Я говорю, вы запротоколируйте, пожалуйста. Потом, когда он пошел туда, он сказал, что он взял ее. Вы еще знакомы даже не были. Сейчас он встречался там с вечером. Тот говорит, слушай, я вот смотрю вот эта вот бумажка, но я знаю точно, что ее быть не может тот, потому что я знаю Олега. А где ты ее взял? Я у Олега ее взял. Каждый день. Он нормально придумывает. Я думаю, что вот перепутал. Потом он сказал, что я ему дал. У меня же паршивая ситуация, что вот из-за этого прикольно сидеть, и, конечно, тут время очень потеряется. Ну и время очень. Я сейчас, знаешь, Олег, в чем, кажется, мне кажется, вот позитив и все время, кажется, вот оптимист, кажется, на этих полицейских уже, и это превращается нуля, кажется. Потому что они, я смотрю, вокруг меня очень серьезные люди, как здесь, весь, все, кажется, я хочу законить путем, кажется, но у меня только в лоб, А у человека просто один человек, который 1000 лап я не получаю. Вообще, никто, который берет, адвокат, делает. Да, и везде как танки, все, кажется, никто его, кажется, он не один раз не дал допрос, когда не спрашивает. И вопрос еще морал, кажется, потому что будет встать, кажется, так. За это бы сразу бы отрезали руку. Мне это нравится. Я не буду дальше говорить. Это доказательство, кажется, они же знают, что вот главный брат на себя чудак президента до последнего, кажется. А получается, блин, какой-то вот шестерки, который бенит, кажется, и не может его даже наказать. Ну да, то есть завтра как я могу сказать, что... Газетный пёс, грубо говоря, ты не можешь, как бы там, это, зайти. Понятно. Не пускают туда. Естественно, завтра они скажут, как у них, если какие-то вопросы будут, через меня обращаться, вы сказали, иди, вот там кому-то скажи, что у меня вот беда такая, что у меня украли мою дом, кажется. И это все вот это мораль еще пускай там, кажется. Я тебе говорю, что действительно, вот вопрос идет каждый день, и вот утром встаем новые какие-то вопросы. Мы сидим спокойно, что мы сегодня будем еще как-то сюда выговаривать. Они, кажется, вперед, кажется, чихали на это суд, они это заманка сделали, там, чтобы специально вот берега вокруг, чтобы там судья как-то... И там они победили, кстати. Вот это мы начальник полиции Матиса, якобы через день, что я все документы снимаю, они там еще что-то суд составился. А все нифига. Я там пришел, сказал, взяли, сделали. Они там не сделаны? Ну, конечно, я же говорил, написал заявление. Просто обнаруживал. Может, немножко даже побольше за это мне. Так я тебе, я уже потом гуляла, сказала, просто Тарбина ходил. И у Бедова деньги брал, сам никуда не ходил, ничего не знал. Там бы совсем можно было по-другому провести все. У меня 25-го поездка в Афганистан. 25-го. 25-го он бежит, я все. Он 10 тысяч евро срочно, да, я все. Начальник полиции Матисса ждет, я все. И снимает документы, и спокойно, я все. Все мужчины. Ему подделку предали, что документы я... 23-го. И вот я со своей этой шошкой бегает туда-сюда, говорю, Марс, иди, пожалуйста, меня не бой, я все. Возьми 10 тысяч, отдай ему. Он раз, кажется, все, кажется, документ сделали, кажется, суд не высосал. 25 числа я в Кабуле, мне звонили, кажется, суд состоялся, кажется, все, кажется. Даже, кажется, не было никаких там полицейских запрет, чтобы не должно состояться, и никаких взятых документов ничего не было. Я вот как начал, у меня там багажник пришел, я начал еще болеть, кажется, все 5 дней, которые там были, это вокруг это дома были. Я звонил, и бары сколько могут сказать, я там сказал, например, у вас суд здесь, говорю. Что вы пришли, цифры сказали, я торговался, говорю. Или я вас заставил, что это сделали. Вы пришли, вы сказали, говорю, ну так может быть один шестерка, бери, говорю, все, над нами приезжает. Вы же, я извиняюсь, как пиздите, что вчера генерального прокурора, до Верховного суда, до Министерства внутренних дел, все ваши люди. Полмира. Да. А что вы сделали со мной? Вот сейчас они, говорю, все вот деньги, говорю, все, вот так из минуты смотрят, я скепсию, меня кто мои вопросы решает, говорю. Все, сколько, 50 раз пришли, дай 5 дай 10 раз, дай 7 тысяч, я все давал. Я разве торговался, что это много или мало, даже. Я скажу, в среднем это люди, кажется, должны уйти от здоровья. Надо покурить чуть-чуть, подумать и исправить их ошибки. Я говорю, тут элементарно. Вопрос дела, с какой самодоверенностью или от Панамы, или от другой офшорной компании, а то уже как бы связка с этой Панамой сделалась. Вот такой вот. Ну, прокладочку. И вытащить ее только на тот момент, когда снимут арест при продаже гостиницы. Чуть думать, а этот скутер пусть идет потом куда хочешь. Даже, ну да, да. Нет, наверное, я. Давай, может, еще?
Маленькая бутылочка. Да. Сегодня пятница. Только если... Быстрее. Да, да, если мы так... Если все основания, есть письмо, кажется, если вам можно сказать, что вот это незаконное войти, вот видео вот сам пишет, что 10 долларов капитала, и хорошо в это время знать, что на долю капитала арест. Сколько у меня интересно? Нет, нет. Он такой. Нет. Он деревенский парень. Сын, он деревенский парень. Он живет в Лево. Делать, а на чем он там ездил? Так он сам это инвестирует или нет? Или за него кто-то это? Это все его. Это он. Он сам, да. Нет, они там вообще история как началась? Они залепили ну, нормальную схему, как всегда. Тут работала такая Ансона, да? Да. Ансон, она была тут в этой теме, в этой компании. Член правления. Да. Она была член правления, у нее было право подписи. Ну, ее как бы с работы уволили, она ушла, как бы конфликт был какой-то, ушла. Да. Скудрев через какой-то... Она работала еще до того, как... До этого, все сейчас. Скудрев ее зовет всегда, говорит, слушай, подпиши бумаги задним числом, что мы договор расторгаем той гостинице, потому что ту гостиницу как бы обслуживают, ну, как бы оператирует ваш оператор. Ну, вот этот оператор обслуживает ту гостиницу, это по Викумсу, как бы, ну, по выгодному логу. Викумс, так как... Ну, 2019 год, да, то есть еще 6 лет. Еще 6 лет. Они да. За что мы сделали, что 31-2017 года прекращают за один день. Да. Если мы не сделаем 500 раз шаг, хотя каждый день. Компания, оператор компании, они должны брат и сестра между собой. Угу. И за один день сделать так, что брат должен сестре 500 раз. До этого, что мы друзьями, мы сестрами, родными, как сколько заработаем, вот мы делим и кушаем все вместе. А если мы не делаем, то 500 раз в день я должен как все это, если им прекращают. То есть это началось уже с того момента, понимаешь, с того момента началось, когда они уже, ну, ситуация, как всегда, используется бывший, который имел право подписи, задним числом, договор заключается, как бы, и как бы им говорят, выходите, туда гостиницы. Благодаря этой гене, и 500 раз в день. Что, когда он скажет, что все, я должен до сюда, если сделать так, чтобы человек не получил. Угу. Помнишь? Прямо в глаза сказал, когда что-то решали. Да, что-то делаешь. Что другое оно просто будет. Да, Бегович. Да. Бегович. Возмущался. Ничего еще придется. Ну, мне уже тогда как бы, ну, я не хотел тогда как бы, я-то знал уже все просто, конечно, я бы не хотел тогда, думал, что может быть, что он сам как-то это еще. А сейчас что, ничего нет, надо мне с ним встретиться. Он же, помнишь, сидел, говорил, теперь у меня два гаранта. Сейчас еще тот гарант может ему позвонить. Ну, как всегда, авторитет. Если бы мы не брали этих шагов разных не сделали, еще бы не было, бы тоже вообще на ровном месте. Ну, здесь примерно похожая ситуация такая же. Да, я же Буляну уже сказала. Спасибо. У нас просто оппонент крученый. Думает, не так он думает, что он совсем не такой. Куда может быть не такой, конечно. Да. Причем чувствовал, что не только у меня. Тоже что болит, это немножко другое, да, он был еще страшно. Сколько лет? Нет.
Ну. За справедливость, за справедливость, за победу начинаний, так сказать, и продолжения. Сейчас там сидит на как бы на 0,001%. А он уже занес туда? Да, он уже в регистре. И это ничего страшного. А я забил, слушай, хорошо. Он занес себя в регистре, но не с голого места, да? То есть он просто поднял уставной капитал, уже будучи там акционером. Нет. Он никто там не был. Вообще никто не был. Нет. Он все действует на этой ликвиде недоверенности. Ну понятно. Сейчас получается такая ситуация, что, грубо говоря, без его согласия, сколько бы он ни имел. Он ничего не имеет, он ноль имеет, кстати, в регистре. Нет, он ноль имеет, он да, потому что по сравнению с 3,5 миллиона, нет, он занес все лад. Нет, это все понятно. Это не важно. Нет, здесь ситуация такая. Ты можешь иметь 10 миллиардов, а я могу иметь 1 сантим. А я с тобой в компании. Вот у них так сейчас ситуация. И если... Нет, это... он не в компании. Посмотрите, подойдите. Вот если он не в компании, тогда он вообще никто. Нет. Он может быть, и хотел сделать так, чтобы он уже занесли. Нет, он же, смотрите, вот это 100%. Да. Не может быть в компании 100,001, правильно? Не может быть. Только нет, 100 было. А на эти 100, и он поставил свои 100 и говорит, подождите, как только Он хочет через регистр прыгнуть. Смотри, какая ситуация сейчас. А мы будем ждать не регистра, а будем ждать. Нет, сейчас вы знаете, как здесь еще говорят. Как генеральная доверенность для официального письма от имени генеральной доверенности я сделал, что его вывести. Да. Назначить меня, говорится. Это в управлении. Ну, управление. А мы говорим о доле капитала. Доле капитала. А с управлением вообще, если он не имеет, вообще, то его легко просто выкинуть. С управлением это да, а с долей капитала. А он сейчас не имеет. Это введенная бумажка. Ну как? Вот тебя. Вот. Вот что он сделал. Вот, 2015 год, у него 100, а у него нет. Он 100 лата заплатил, он может заплатить под 100 миллионов, но нет, он ничего. Он ждет, когда освободится. Потому что вот это, вот смотри, вот это под арестом полицейский, я понял, в уголовном деле. Он ждет, когда освободится. Он хочет прыгнуть, да, но он прыгнет могут только тогда, когда арест снимется. Он заплатил 10-100 латышки, купил 100,1 и он сейчас валдослов. Да. Да, от бара он выкинул и вел себя на, используя вот этот бюджет. А вообще как было от бара, да? Как бы, да, от бара. Да. Я вообще его из такого. Вообще-то было Валентина. Вообще-то не купили, как это с Акбара в конце по поймерке. Потом ему ушли, кажется, да, кажется, остались оператором. И оказывается, там проблемы с государственное ощущение, там туда-сюда, кажется, ну, дети. А это человек, я перевод, просто время с метро, по кабинетам документы. Я говорю, иди вот работай, кажется. Он, кажется, когда Акбар не ушли, Акбар его назначил, так говорит, член правления. У него, кажется, началось вот это. Звезды английские, да, кажется. И вот когда он ушел, кажется, туда, я говорю, и сейчас опять, используя вот эти старые моменты, просто, что везде используют, кстати, научились Акбара подпись, какая-то девушка сделает, извини, просто. Я же говорю, первый, это второй, третий, четвертый, просто. И вот до сих пор, просто, что он везде идет как там. Я уверен. Извините, правильно, наверное, если это дело, то подделки подпись.
прокурить, где он на основании того, что Акбар Яков, будучи в Риге, и когда он никогда не был в Риге в этот момент, подписал бумагу и сделал его прокуристом. Нет, если посрочно, то 3 дня. А так вообще 2 недели. 2-3 недели, полгода. Нет, если посрочно, то 3 дня, да? Да, посрочно, 3 дня. То есть он сделал 2 вещи. Вот это и Акбара, и вставал из плоскости. Вот здесь видишь, если когда мы прокуристы сделали, я написал вот полиции. Барс полиции, это вот. На Матисе. Что я написал, что Акбар физически не мог находиться на территории Латвии, не пересек границу Латвийской республики, и можете у пограничной службы это проверить. Да. А этот Берема, вот он уже легко, я следующего приезжаю. И не важно откуда, как он из Германии или из Испании. Можно немножко сказать чуть-чуть по-другому. В данной ситуации здесь надо действовать, грубо говоря, нам, они. Они-то могут это сделать. Но пока они это сделают, у них нет в этом определенного интереса. А если мы эту справку сделаем оттуда, о том, что он находился в этот момент. Это то же самое, как это письмо, которое, если мне скажете, ее заверить. Вот это вот, вот это перевести латышский. Перевести латышский язык, это будет четкий документ, которые будут доказывать. Им, чтобы запросить, им надо для этого определенные какие-то мотивы. Нет, то есть кто-то между кем-то разбирается, надо тогда додавливать. Это и давняя, она тоже самая, проблем нет. В течение 5-6 дней, кажется, Узбекистана можно сделать, что они весь, да, и не выехать, кажется, да? Но опять, как бы, в полицейском отправке, или в генеральном проводке, ну, они что дальше, он не мог выехать, допустим, конечно, в Латвии. Право? Нет, вот тут в центральном, то, что есть, там вошел в компонент, в Шенген ввел, и он покажется, что не границу не пересекал. То есть в этом нет проблемы, то есть он не пересекал, что он как прокурор подвел какой-то ситуации. Нет, это очень хорошо, потому что там у него ноги, и все это самое главное. То, что его в центральном... Понятно, куда он хотел применить все равно, ему на сантим попасть к миллиарду, и потом сидеть, и без его согласия, а он может платить все, что угодно. Ты будешь продавать, он скажет, хорошо, ну ты можешь с ним продать, а с ним никто не купит. Он скажет, а я хочу... Еще должен отказаться. Ну понятно. Есть вариант такой, ты можешь ему поставить условия, 2 месяца по закону, нотариусу, письмо, отказывается. А мы хотим быстро. Он может сделать другие действия, определенные тоже есть. Он может сделать предложение, хочу 5 миллионов, и тебе послать. 2 месяца думаешь ты. 2 месяца проходят, за это время ты ничего не можешь делать. Потом ты ему делаешь собрание о том, что поднятие там уставного капитала на ноль все равно ты не можешь вывести никак. Ну вот из-за этого он там и мешает. Он хочет быстрый план продажи с этой вот генеральной доверенности, когда меняется арест, что-то быстро продал, все остальное. Но у него там ноль. По большому счету, не знаю, как закон, но смотрю, мы должны его фазами. Но она, я смотрю, она заложена, не заложена, нигде ничего. Нет, не заложена, просто арест вручена. В полицейском процессе. Я не по моей запросу, второй по запросу в Узбекистане. Надо заложить. А сейчас нельзя уже тут, да? Ну, есть разные варианты. Надо подумать на эту тему тоже. Ну, прекрасно. Страховаться. Нет, мы не можем тогда, когда, потому что здесь есть арест. Ну, естественно, просто... Полицейский. А когда мне сделали, допустим, вот когда я пойду, мы ее можем контролировать. А что можно изложить?
Ну, надо подумать. А смысл человек заложить? Ну, чтобы никто не мог это поставить цифру правильную, там, не знаю, 3-5. Ну, по-любому, если он заскочит, если он заскочит со своим сантимом в доле, тогда ни залог уже ничего не нужно. Нет, как раз залоги тогда помогут. Когда мы... Как раз залоги, как раз именно залоги, тогда именно залоги помогут. Тогда залоги. Конечно. Точно. Естественно, это будет единственный момент, когда залог будет помогать. Он ничего не может сделать. В течение, просто пойти по его же пути. И потом бах, говоря, вонючему. Заложить, потом спросить. Делается нотариально, берется на 2 недели, накладывается, желательно, чтобы была проводка. И все. Все по закону. Никто ничего нет, не отдал, пошел, пропил. Все. Он накладывает свое, и тут же вступает и это еще. И вот он становится на сантим хозяином, там, грубо говоря, там, с 5, там, или, там, не знаю, с какой-то цифрой. Через 2 недели человек подает, верните деньги, денег нету, ну тогда забирают, бесспорно, в порядке, через аукцион. Да. Аукцион сразу же через судебную исполнительство, и все. Это такой немножко путь, это, но это если вдруг он сможет каким-то образом залезть. Нет, все равно, да. Ну, это не такая сложная процедура, она не стоит, как бы... Это даже не платежеспособность. Ну, проще. Я даже, конечно, нет, гораздо проще. Это сложный процесс такой. Это очень сложно. Да, там обращается администратор, который администратор начинает. Сказал, я тоже там одного администратора спросил, он говорит, почему вы так пошли? Надо было какой-то другой. Потому что по-честному пошли же. Если сказать администрации. Они пошли вот по этому. Ну по-честному. Не, ну это хотя через неплатежеспособность. Везде это опыт, везде это то, что мы знаем сегодня, мы тоже не знали год назад. Мы знали 5 лет назад, тоже бы не было, потому что все на ошибках. Не моей же. У меня такая же ситуация, я тут сужусь просто. У меня только с банком с одним. 200 судов было летом по одному объекту. 200 судов. У них уже это. У них уже. Они с Орелем против нас взяли. С Орелем, который меньше чем 500 000, он вообще не. Они вшестером приходят, компьютеры вот так вот открывают. С Орелем это адвокат эти? Конечно. Ничего себе, это стоит писал? Конечно. Потому что он же всех же выкинул, потому что они все проиграли. Мы им пообещали, что для вас будет это самый... Как закончится, мы не знаем, но он уже закончится в нашу пользу. Мы им сказали, что самый долгий процент будет, а следующий этап будет еще серьезнее. Так что, ну раз они пошли, тогда указ хотели просто. Тихоря. Когда плохо было в кризис, сами дали денег, мне также дал. Да. Они дали 10, и я дал 10. А когда кризис наступил, они говорят, бери деньги, или напиши бумажку, что ты должен нам 30, и все остальное отдай. Подождите, мы так не договаривались. Нормально? И все. Я говорю, нет, так не пойдет. Ну как ты будешь против нас судиться, у нас 600 человек там. Я говорю, ну у меня 100, но они только против вас будут работать. Правильно. Самый главный продукт, я думаю, это, кажется, вот система, которая, мне кажется, вот у нас столько полностью исправодилось, правда, законы вообще забывайся. Вот как и стали 1000 лет назад, как-то, у кого там 1000 вот на коня ходят, как-то, и создатели. Слово собой играет роль, и все. А здесь вот это, к сожалению... Нет, иногда я тоже, кажется, знаешь, у меня есть вот вообще, в принципе, характер мой личный, кажется. Мне все равно, кто, кажется, если я прав, кажется, я иду до конца, кажется. Победа за мной, конечно. Слава Богу. Нет, кажется, все равно, ну, я не страшно. Понимаешь, что ты был прав. Самое плохое, если ты прав и никуда не идти. Ну, да, это плохо. Да, это все да, спрятано. Потому что вот у него 1000 человек, а ты 2 человека. Я иду до конца, я показываю это. Еще раз за справедливость. Да. Такой хороший. За справедливость. Тут же к ней. Удачу и здоровье. Можно удачу со здоровьем поменять, можно рядом поставить. Давайте. Тут равные доли. Можно сказать, удачу в здоровье, да? Да. Здоровой удачи. Здоровой удачи. Нет, же есть такое, что есть люди, у которых фортуна, да, их не прет. А есть люди, которые сами просто есть, явно. Да. Есть, к сожалению, даже и плохие люди, у которых есть фортуна. Да, да, да. Ну. Так что помыслим. Сейчас подумаем чуть-чуть. Да, выходные, опа, есть, да. Ситуация понятна, да, полностью. Так что.
Если все красиво будет, дай бог, все будут открыты, как все не пьяный разговор, или какой-то там, как гены, какие-то пиздельников общаются. Сейчас борьба идет, Акбар остался, Акбара нету и не заинтересован. Это остается наше. И разберемся, как зайти в год. Я уже это делаю. Потому что чем какой-то мой работник, который я его свое привык, я вот борется со мной, и вот то ли самый абсолютный разговор, как шофер и сам. Мне так кажется. Ну вот, честно, я его вытащил, когда именно, знаешь, я вот начал кризис в банке, сократили все годы, как он на колени, была, пожалуйста, устроили на работе. Он засел сзади, за гулам, портфель ему. Честно слово. Я вот, вот меня с одной стороны, пьяный раз бьет, ну так, сколько за Акбаром, сколько за этим человеком. Вообще. Я помню, на сайте у него какой-то где-то есть, главное заходит, а он цветы сзади несет, там подарить невесте. Верил тому, что устроили работу, потому что помнит сократили все кажется. Мы говорим, ну давай, кажется, я тебя устрою. Вот это пятна сбьет, кажется, вот нокаут есть, который, просто не потому, что кажется, вот то, что вот это болят, которые тоже скажут все, побеседовать, поговорить, кажется, потому что. Это ошибка моя, кажется, чтобы когда мы доверяться в этой что он может вот этим вот подделками всякими чтобы проценты туда вставить, и давайте без меня он никак не пойдет. Ну, Юрий вариант, ну, примерно как бы, да? Не, ну без него-то хорошо, ладно, если он вставил, он же мог подойти и сказать, ладно, дайте нас, не знаю, чуть-чуть. Да. Нет, ну давай это твой, то ты разберись с Акбаром. Отблагодарить, если чуть-чуть, если я все могу сказать. Не хватает, там будет сумму, и я укажу. Но он так не сделал, да, наверное? Да. Да. Что, кажется, что даже такие шаги против меня делают, что как он считает, что он хозяин, что он хозяин, что он чужой земли. Да. Это еще одна вторая сторона. Тоже монета, да. Да. Ну кто-то там, видно, не это. Не, ну у меня там компания целая, там адвокат. Ну, Лайзенс. Лайзенс адвокат. Ну вот тоже обещали там да, адвоката. Ну тоже, это все как всегда. Но это все сами это все рисует. Это все офшоры, все в Лайзенс только уже везде. Кто-то, наверное, ему все-таки помогает, наверное. Я не думаю, что он сам сам. Нет, наверняка. Нет, это Лайзенс, вот как у нас есть вот наши вот эти способности. Зенис или как его? Зенис. Зенис в суде. Это судья письмо пишет, что говорит, 8 числа, кажется, уже выписывает, что 9 числа будет изменение 55. А, посмотри, как 9 только публично написано, а он уже 8 пишет. Будет, да? Будет. Поэтому я не принимаю. Не принимаю ваше решение, это заявление, никаких решений не будет, все, потому что вот 9 будет изменение. А в основном на ответ отдает. Везде у нас какие-то свои. Вот восточноевропейские мне довольно тоже кажется, свои претензии. И даже вот туда бегает, чтобы это самое кажется. Обычно 4 суда это кажется. Тоже у них председатель его знакомый, заместитель его знакомый, все знакомые, кажется. Вот поэтому, кажется, получается, что в этом году. Скутеры везет, кажется. А меня в это время, когда наши это машины, кажется, деньги, кажется, что я знаю там Гудермельс, я знаю там это Мельмельс, там я знаю Елену, а эти люди бедные вообще даже не видели, не раз его, кажется. Но Олег же то же самое мне сказал. Олег же мне то же самое сказал, тоже Олегу то же самое берет, что тебе. Нет, я говорю, что два раза конкретно я пришел, кажется, вот я передам человеке, и все будет окей. Ну а как вот еще, кажется, вот партнер свидетель, вот партнер гарантия. Ну как еще даже? А партнер это я его. Я же сам рассказал схему. Вот тут мы сидели вместе, они. Старый схем. Старый схем. Так слушай, пришли гулять в гостиницу. Колмакова позвали. Отжать не могут Колмакова. Еле идет, не тут-то там, в Обсити. В Обсити, на театре. Там угу. Он тут идет еле-еле. Мимо, кстати, ходит. Ну да, у него там офис. Мы понимаем, если Николаевич не может разобраться с Рязанским, который бегает, пишет всякие заявки, мы понимаем, но на данный момент... Нет, но есть в жизни какие-то границы, какие-то вот... Ну, конечно. Ну, да. Если он себя считает авторитетом, он должен это с собой сохранить.
Что такое? Ну, максимум, ну, кинул мне, грубо говоря, на 80 тысяч долларов за эти дела, говорю, грубо говоря, общее. И что дальше? Вот он меня потерял, говорю. И никогда уже... Он же так не думает. А? Он же так не думает. А как не думать, если вот из ДСС сколько я сегодня сижу? Ну, подождите, и каждый из сколько сидит? Почему они приходят и говорят, Гулам, вот ты, говорю, не прав. Вот Гулам, ты вот так и так. Почему ты так нас спросил? Потому что он знает, что он понимает, что он да, что я ему по телефону сказал, что ребята, видел, что ваш день, говорит, это говно, говорю. Если бы он, говорит, хотел, говорит, меня кинуть, то можно было прийти, и они же, мне, говорит, морал перед этим моим, это вот, говорит, и, говорит, потеря времени. Если бы вам надо было деньги, я бы вам столько давал, если что-то. Но вы честно сказали, что мы не отходим, говорит. Но зачем вот за такие 10-20, говорит, которые я бы вас кормил каждый вечер в обед уже? Неужели для вас эти деньги? Неужели у вас больше места нет в жизни, можно заработать? А почему меня так поставили? Говорю, за что вы меня так наказали морально? Mm-hmm. Не видно, не я сейчас говорю, потерял время. Говорю. У вас какой есть? Интрига, все, говорю, там 100% не составилось. Говорю, что вы говорите? Вы грамотный человек, взрослый человек. Говорю. Меня состоялось, говорю, сегодня Михаил говорит, что состоялось. Говорю. А вы, говорю, он мне говорит, потому что это интрига, все, ничего не происходит. Я говорю, как так? Давайте в понедельник, в вторник тогда отправьте вашему человеку деньги. Пусть вам мой принесет, чтобы уже не состоялось. И тогда плюните на меня, я вам миллион кешам отдам, кажется. И снять не будете. Чем еще могу вам доказать этого разрешения? То есть он говорит, что все решается, как бы, да? Он сказал так, знаешь, как бы, 25 марта. Он до этого мне говорит, что 100% на начальник полиции мастер подойдет. Чтобы не будет состоять это суд. Потому что они хотят все документы изъять, потому что они используют большие фото сайта. И доверенность на адвоката, и доверенность на этого арбитра, который... А 25-го был суд? А 25-го суд состоялось. Окружной, да? Ну, это арбитражный. Конверсия? Да. Арбитражный. Ну, короче, состоялось, и никто документы из них не сделал. Ну, они не приходили. И никто, говорит, на допросе их не пригласили, говорит, и кто даже от полицейского не писал, что мы не имеем права организовать это состояние суд, потому что есть уголовный процесс, говорит. Это все на словах, говорит. И он до последнего, говорит, обманул, говорит, даже, говорит, 24 пришел, говорит, вот и поначалу их просто 10, и они пойдут вот сегодня, снимают этот документ. Это Гена. Ну, хорошо, начальник просит. Да, начальник. Он пришел сюда. А его нет, он уехал. А человек не на месте, человек ему уехал. А он приходит к юристу, говорит, дай 10, там начальник просит, они будут изымать документы, чтобы не состоялся суд. А этого нет. Это присадка номер 2. Даже оказывается. Нет, я не знаю, какие там игры, что там все результаты. Но это ребята 24 часа ходили, кажется, 24 часа, кажется, вот, я говорю, что не только, это 2 года, кажется, от меня не отошли вообще на минуту. Но что им в жизни, вот, кажется, помешало, кажется, я говорю, любые цифры, которые сказали, они получили. Я не торговался, это много, это зачем, это кому? Да, я тебе сказала, они подошли к Калмакову, они с ним один раз переговорили, что им хватило, они от него не получили ни сантима, и они больше к нему не подходят. Так как ты ему заплатил, они поняли, что ты будешь платить. Нет, подождите, Ирина. Есть момент, кажется, я же не каждому с улицы приходит, кажется, вот, кажется, да, вы знаешь, кажется, вот действительно знакомые, вот тебе дают 100 миллионов по твой бизнес, и 2% годовой, без гарантии, без всего. Это я понимаю, что ты знаешь, что я говорю, иди куда, кажется. Вот так, да. А когда такие вот люди, которые 24 часа, кажется, что ты брат, ты бай, ты друг, ты это, ты это. Ну, они так нравятся. Нет, подождите, кажется, а где я могу в жизни вообще, кажется, вот ходить с кем-то, вот просто, кроме своей жены, кажется, с кем-то сидит, вот даже чашку какая-то. Вот, да. Это будет последним животным, кажется, даже мир животных, кажется, есть, кажется, я всегда говорю, что шакал шакалы не есть, а вот волк не есть, кажется. А как они так вот прийти, мне кажется, друг, брат, и все назвать, кажется, ведь это меня вокруг. Нет, и вокруг меня вот эти схемы придумали. Говорю, ну хорошо, ну кинем на 80 тысяч. Откуда гарантия, что мы, они могли завтра какие-то схемы придумать по бизнесу и могли 10-20 миллионов заработать. Ну это профукали, это 80, они уже все, я 100% уверен, что я деньги где-то спорядок, кажется. И вот сейчас. Не только, что у меня тоже болит, у них вообще проблемы будут. Я это всегда говорил и буду перед всеми говорить. Сейчас я разберусь с Севером, и вот через доходы мне похоже, что
авторитет, не авторитет, Гевсер, должен за это нести Гевсер. Под это да, горят авторитеты, человек с улицы приходит и мне говорит, вот эти люди, Гевсер, да, будут Гевсер. У нас принцип такой, Гевсер, они выросли из Латвии, они родились в Советском Союзе. У меня другие принципы в жизни. Я один из рождаясь, Гевсер, и рождаясь, Гевсер, должен, Гевсер, достойный, Гевсер, прийти был, Гевсер. Все этапы жизни, Гевсер. Мне все равно, кто он такой. Гарантия того, должен он как-то за эти взять. Я ведь скажу, до 1 апреля не решите, верните все деньги. У меня к вам претензии будут. Если они не вернули деньги, если меня кинули, то пусть лежат, скажут, сейчас тут кризис. Когда это будет? Это время он покажет. Потому что сейчас я весь видит, что каждый день утром сидит, новые какие-то бумаги приходят. У меня даже физически не хватает деревья, знаете, я понял, человек не работал заниматься. У меня такая же ситуация. То же самое. Поэтому. Да. Мы когда сидели, было все так красиво. Мы вообще мы познакомились. Да. С Верой вообще так. Сели, все договорились, потом пришел Гена, так. Я все решаю. Да. Я все это. Ну, пришел Николаевич, я его знаю очень давно. Николаевич говорит, я здесь отвечаю, все, как бы, тот говорит, все, он отвечает, я, все. Ну вот, и вот мы сейчас решаем сами свои дела. А у меня там так получилось, вольно, потому что когда люди подошли, они говорят, а что ты там снимаешь? И все. Понимаешь, ему люди подошли. А я еще сидел до последнего, я не стал. И надеялся. Да, я надеялся, что может быть тот, его даже не пускают туда. Ну, понимаешь? Я же говорю, тот же самый абсолютно метод, который вот вы говорите, вот, почему громко я это самое говорю. Человек надеется на последнее. Я еще раз говорю, что человек не с улицы пришел. Ну да, мы это видишь, мы от этого сильно не обеднеем. Нам, конечно, неприятно, но там-то это закончится когда-то. Нет, ну, вот самое поэтому плохое, я же сейчас вот это... Так, нельзя просто себя вести. Ну как, глаза. Сколько у нас было встреч? Да. Я сижу один, там, он одного привел, второго, а теперь вот... Подпиши. Да, подпиши, да. Теперь у меня гарант, это. Я говорю, ты сделай что-нибудь да. Сначала. И вот это то же самое было плюс, вот кажется, вот, я не знаю, кажется, я всегда вот он приходит, кажется, вот 5-6-7 раз я пришел, и ты сказал, я говорю, за 3 месяца. И хоть один бумагу, хоть что-то мне показал, кажется. И кроме них, кажется, еще один офис, это Петрищев с ними, кажется. Ты знаешь, как Петрищев? Ну, так, может быть, я видел, как бы. Вот, они все травят, как бы, они тоже создают. Это там много, как бы. Как его зовут? Они кому позвонили? Леша, Гламур. Леша, а, ты Кремского имеешь в виду, Леша? Нет, не Кремского, это еще Гламур и... с Иваном ходят, как бы, который... Ну, друг. Нет, это функция, он, как бы, наезжает, и на устраивает, и дурака валяет, и все, как бы. Да. Да. Знаю. Знаешь. А меня тоже знает. Ну вот это все, кажется, группа, кажется, ну как вот ты говоришь, ну хорошо, мы, слава Богу, люди, кажется, никакими не беднеем, ничего, кажется. Но они, кажется, себя потеряли дорогу. Завтра в жизни всякое бывает, кажется, придут и скажут, кажется, нет, ребята, вы показали свои лицо, кажется, и которые у меня дома были, у меня 24 на всех ресторанах были, я вас, кажется, как свои родные, когда везде таскался, за вас заплатили здесь, за билет, за путевку. А как так да, унижаться до такого, чтобы говорить, прийти на 80 тысяч долларов, ну даже до 800 тысяч долларов. Ну должен быть какой-то границы красной линии есть, как, что здесь нельзя. Я понимаю, что мы все бедны, да, как-то. Может, как у кого-то передели, да, кто-то чужой, как-то пришли, там красиво говорили, убедили, что как-то именно это ваша работа, ваша система, я не лезу туда. Ну, когда свои родные 24 часа на месте здесь, да? На месте, которые были близких своих. Я извиняюсь, кажется, что чуть не кажется, вот говорят, они заходят, знаешь, как на близких только и можно нажить, которые внедряют. Которые внедряются, как друзья. Ты пойми, а вы правы, кажется, знаешь, кажется, вот суббота, допустим, воскресенье, я 8 часов, кажется, может, 2 дня отдыхаю, кажется, в жизни, кажется, и то, и получать мне. 8 часов переходят, тебе кажется, вот мимо твоего дома, кажется, давай заходи. Я, кажется, вот... Спортивные все хожу, принимали, как-то дверь открыта, давай всех своих человек, все как-то. Ну как еще, как-то человеку может доверять, что не запрет, ничего нет, как-то. А кому еще доверять в жизни, как-то? Вот кто-то же бывает, и кому-то можно сказать, что ты мой друг, как-то, на кого-то можно в этой жизни положиться?
И не было такого, что вот, вот я жадный, знаешь, где-то сэкономил, где-то жадный, где-то сказал, нет. Все, что их обождали, как-то все я сделал, бейте, ребят. Не, ну, там, мне кажется, там Гена там немножечко. Да. Да, да, да. Немножечко он там чересчур заигрался, да, немножко и так и он, может быть, и даже этого начал тоже подтягивать Николаевича, мол, я все сделал, ты не переживай, я все это такое. А кстати, он это вот подъезд вот Ивана использовал, я не знаю. Конечно, Иван его почему правильно не ставит один из перед фактом, что хорошо, вот ладно, кажется, я пузо стал, да, сейчас вот последние две недели. А почему вот для себя, если человек грамотный и с такими психологическими, с ну, да, всяким, как сказать, опытом в жизни, не вот перед собой, вот почему последний какой-то вот дом добрый, как бы, до предела, до беспредела, как бы, а вот он почему против меня себя? Почему до этого другие, там, в твой случай, третий, четвертый, из-за кого, из-за чего, как бы, мозг путает, как бы, и он, знаете, тоже, ну, грубо говоря, ну, кинул меня на 80 тысяч. Мы поделили на 30 раз 300 долларов. 300 тысяч. Ну а что эти вам дают, Герсон? Ведь не последний в жизни видит эти 300 Герсон. Но можно было, даже, грубо говоря, если даже 30 миллионов тебя подожди, да, это человек наши, рядом с нами. Да, такие вещи. Да, 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 да. А вот эти вот самые главные проблемы, что почему ладно гений там, ну, человек, который на 200 раз заработает. Ну, работает, грубо говоря, юрист, юрист, не юрист, хуист, кажется. А где Иван, кажется, что они его перед фактами ставят? Что ты, кажется, да, ты мне когда-то в жизни помог и спас, кажется. Я же дальше хочу тоже работать. Я же пенсионер, кажется, у меня других бизнес нет. Не 90 годах, как хорошо. Все бизнес подробно. У меня осталось 4 группы, 4 люди, кажется. Я не хочу из-за тебя потерять эти люди. Как бы ни было в жизни, мне что-то, что-то не дает. Да, я уже говорила, что если он уходит своего родственника разводит, да, что он все договорился, заплатил. Родственник реально деньги стоит на базаре. Нет, нет, если опять же это про расчет. Что он не договорился? Нет, это про расчет Ивана, почему не может вокруг себя, когда пенсионер, а вот люди, которые есть. Может, не дурак, кажется, может, не пропил свои мозги. Это он должен был знать этому голову сразу и сказать, ты делай свое дело, и все. Да, потому что за тебя, кажется, ты, кажется, обещаешь. Потому что результат-то намного больше. Получается так, что потому что он может ему рассказать. Он может ему рассказать, он сидит и говорит, вот так я сделаю, вот так я сделаю все, я сделаю все. И он ему верит. Нет, да это же тупости. Я же говорю, что если человек вот приедет, станет машина. Не надо. Скажет, вот тебе, вот я объект его бабушка. Вот сейчас стоит на весах вера в него и все остальное. Авторитет между всеми. Ну да, в принципе. Вера решает все, он же бывший. Вы мне тебе рассказывать. А как уже я уже говорю, справ нет, как все, даже вот как психологическая полиция, они все его не принимают вообще даже. Какая справка? Ну вообще, как все, я же тоже как-то изучаю. Нет, я как все свои, как все люди спрашивают. Нет, ну конечно так, естественно. И коллегу сразу сказали через месяц, что он ничего не решает вообще. Ну вот, меня никто не сказал, я через 3 месяца, сам, слава богу, уже понял. Когда вот 25-го это состоялось, я уже понял, что поймете, вот мне тоже можно сказать, что не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог, кажется, что вот жену украли, а жена рядом со мной сидит. Вот так прийти, кажется, да, кажется, вот видит, что я 2 часа или 2 месяца не виделся. А сейчас вот мы сидим, вот это дешево, все вместе с этим геем. Ты знаешь, как бы вот так и так. Это абсолютно тот же самый факт. Нет, главное сам факт, что он самого Николаевича, он ему рассказывает, что носит там это. Понимаете, правильно. Если вот есть Путин, есть, допустим, 100 с чем-то. С ним бы никто не говорил бы, да. Нет, Николаевич не подходил, с ним бы никто бы не говорил вообще. Есть советники, есть кто и все. Вообще? Но советники советы дают, но решение принимает голова, кажется. У меня есть мысли, у меня есть другие, кажется. Я же всегда говорю, делай так, так и так, кажется. Но решение за Ивана, кажется. А где его голова? Ну, он гарантирует все. Ну, хорошо, а где его? Для себя вывод не сделать, что Олег обиженный, я обиженный, там 3, 4, 5, 6, все обиженные, кажется. Из-за кого, из-за чего, кажется? Вот, допустим, открыто прозрачно, кажется, Иван, кажется, больше много денег взял, кажется, я никогда, вот, кажется, даже в сердце ничего не сказал, что мне жалко или что-то, конечно.
А вот когда вот это 80 тысяч вот так по ногам вот так сделали, что морально мне поставили перед вот такие шестерки мои персы, это 10 человек 50 раз больше, чем персы. Я бы не обиделся, ну что, это таких 80, я в жизни каждый, может быть, грубо говоря, что 100 раз я больше потерял, как все. И Бог того, я 1000 раз и больше заработал. Я ебал, как все, 10 раз больше, чем я это все, много-много раз давал, как все. Вот так просто давал, как все, бери, гуляй, отдыхай, купи себе что хочешь. Но это не было от сердца, от души, как все, бери на здоровье. Но когда вот так сделается, наглый путем, как все, это уже песня, я же никак, извините, не буду. Никакой не буду вот травать всем, как все. Да, у нас одинаковая история. Я не полностью сказал, что одинаковая история. Нет, ну тогда тоже это все время бегал. Когда деньги, когда деньги. Ну тебя как только я принес, тогда положил. На этом все закончилось. Как бы только деньги дал, что люди пропали. То же самое, да, я все? Да. Так еще потом вызвали в кафе, еще говорят, надо было. Вообще надо снабдаться. Ну да, я сказал, что. Мы решаем, мы все держим, мы решаем. Сейчас будем, сейчас надо Гену будет просить, чтобы он вернул за все нерешенное с бонусом. Я думал, что надо людям, которые приезжали, уже они там пребывали, стали, потому что этим людям нужно подъехать еще раз. Ну, мы сами можем. Пока, зачем? Да нет, у меня денег больше. У кого? У Гены этого. Ну, это понятно. У нее 20 лет всегда есть. Да, он меня лап берет даже на стоянку. Ты представляешь, бежит, говорит, слушай, у меня денег нет, дай лап. Уже стыдно, шофер дает ему лап, чтобы он стоянку там поставил, где не трополи. А говорит, да реально вот, я с тобой познакомилась, вот он был, да? У него была эта машина Mercedes, у него были долги за квартиру, за отопление. И у него в этой машине был уже штраф на 800 лат. У него вообще не было денег. Он был просто пустой, потому что правильно Гулям говорил, он получал 200 латов, там ходил этот офис. Уже с ним никто не считался. Появился ты такой, потом появился Гулям, он сразу расхорохорился, купил машину, начал врать, что ему родственники присылают по 100 тысяч. Потом начал говорить, что он в бизнесе хлопка. Все рядом, все вопросы решают. Владелец гостиницы. Владелец гостиницы. Да, владелец гостиницы. Это тоже сам. Это тоже, кстати, всем полицейским рассказал, что он владелец гостиницы. Владелец гостиницы. Говорит, я сейчас все гостиницы продам и ваши доли привезу сюда. Кешин. Арок. Я знаю, что арок не получает. Он арок унесет 3000 каждый месяц. Ну, поэтому этому козу я заявление, он заявление писал, что Гурам билифует, что с Акбаром не в ссоре, Акбар его не угрожал. Это сколько написал арок? Ну да. Ну там, кажется, я подошел и все, потом это деньги, я все слушаю, говорю. Там очень серьезно, я говорю, те телефоны, ты же сотягал, да, я говорю, там есть закрыт, надо чуждение. Серьезно? Я передаю, конечно, туда это самое. Потом через люди знают, что он говорит, я он даже не подошел, не если он не изучал, что на самом деле это фигня, как мы сами закрыли. А, все это еще? Ну, конечно, и у людей подошли, да, это говорит. Лучше даже не рассказывай, сколько ты этому гензи не дал. Это уже мне нужно просто... Все закрытые мира. Это уже меня трясет просто. Эпоха регистрации то, что те люди, которые, с которыми он общается, и за которых он, возможно, которые с ним рядом как бы были или есть, те люди подумают, что они такие же самые, которые рядом с ним. Понимаешь? Это самое плохое, как все вот здесь в этот момент.
Когда люди думают, что они же думают, что от меня тоже как будто что-то обещает, а результатов никаких вообще. И негатив на наша сторона тоже вообще. Потому что используем момент, и говорят, кто-то обещал, да, сделай, и все окей, да, вообще. А туда, когда вот это все, вот так, говорят, да, нет, вот мне же вот ты, Ирина, скажешь, что да он со своей восточной этой, говорит, все обманывает, кинет, обманывает, ничего не делает. Бабка происходит. Вот. Я Ирине говорю, что я не хочу ни оправдаться, ни доказать. Если они вот, говорят, две гостиницы, я каждый день с утра до вечера здесь. Вот они же уважаемые авторитеты, боксеры, туда-сюда. Почему они не приходят, меня вот не ставят перед ним, говорят. И брат, говорят, вот из-за тебя я гудермайся, я начальник мать сообщал, говорит, ты казнёшь твои деньги, зря, а почему ты не захотел меня? Они мимо ходят, вот сегодня прикрыши, вот так, говорят. Наоборот, оттуда шел. Вот так. Ищет, кто со мной сидит и с кем всеми... А создали полный ажиотаж, когда я сидела у него в гостинице в сети. Этот Петрищев увидел меня. И кто-то прознал, что я у него была. Это не создали, он звонил Бондарик оттуда, орал на Николаевича, что я делала у него в гостинице. И сколько стоять я пострадал? Сколько раз я получил звонок? Нет, случай, я вам скажу, что Гурам звонит Бизанскому, который я вообще не знаю, не видел, как он. Я вообще не знаю, я вам скажу, что как это. И Рязанский Бондарик звонит, что вот Ирина прокурор пришла, что взяли деньги, его там будут арестовать. Бондарик, за что он меня боится? За то, что а тот Иван звонит. Бондарик боится? Да, Бондарик. А Иван на меня свои спины, что как ты так мог организовать, как ты звонить Рязанскому, все знаешь, что он сейчас ответит. Сейчас каждый день. Значит, у Гуляма есть прослушка. Может, это прослушка. Международная преступная организация. Поняла, у Гуляма прослушка. Эта прослушка докладывает Бондарику. Бондарик звонит Ивану. Это все. Ты понимаешь, Олега, там нет развития бизнеса. Вот сидят. Это я могу тоже. Это я готов подтвердить официально, что нет. Откуда у тебя часы? Откуда у тебя туфли? Откуда у тебя машины? Почему вот Казанский тебе ходил? Почему вот Рязанский тебе ходил? Почему это дальше? Это постоянно. Почему у тебя вот Урбанович ходил? Почему Ейка ходила? А ты работаешь на Трущево с полицейской, а ты работаешь на это? Стукаешь. Слушай, надо на витрине повесить это. Список всех, кого ты знаешь. Из-за вас, я говорю, я очень много людей потерял. Я потерял даже за вас очень уважаемые люди. У меня клиенты рестораны здесь стали людей. Речь, я думаю, все по нам. Шанков все хочет. После того, как они все походили, они стали ходить. Ришевич, и все, как же, назначили литуги, там встреча. Только в бардак ходили, как все. Что, а потому что их, если вдруг вместе, это то все. Ну, естественно, кажется, они же кажется, мило назначили, честно слово, даже назначили на театр, он сидел. А вы видели, что вот Петрищев, Пермский, Иван, и все Викачевцы, все сидели, они говорят, Гурам, говорят, не поменяли, говорят, там кто-то делегации говорит, почти не знаем, куда говорят. И говорю, вот это через витрину видели, что они сидят, говорят, не обед даже поменяли. Вот серьезно. Мы даже кушать. Мы даже кушать. Нет, кажется, не то, что разум может допустим какой-то политик с каким-то группой договориться, чтобы те же спокойные. Там же знают, что спокойнее, нет этих и всяких. Не, ну если так подумать, как мы с тобой говорили, если такие авторитеты, если все решают, они с каким-то рязанским, бесхозным не могут справиться, у которых ни под кем не ходят. Вот сам один идет, тихо, одиночка.
Ты пишешь. И она так и говорит, да, я там на этих авторитетах жил без авторитетов и проживал. Она говорит, зачем вот эти авторитеты? Говорит, вот, говорит, лучше без авторитетов. А Николай чего боится, понимаешь? Боится так, как огня. Это как всегда. А это Евгений Сробин же рассказывает. Евгений Сробин, это который вот пересплавлен в Казанске через такой вот. И, короче говоря, он, кажется, год назад пришел эти войны, в 2011, уже год 3 месяца. Рыбайте, вот у тебя сейчас в Центральной Азии, там какой-то казахский группа через наш торговый порт везет из этой справа. И это, говорит, Сробин, говорит, кинул эти челюсти. Ты помоги, поговори с ними, чтобы, кажется, вот, кажется, взяли его вдоль, кажется. Ну, я, кажется, знаешь, кажется, со своей, кажется, ну, если говорить, говорит, тем более их хорошо. Они друзья не были, что угодно, ну, да, они же были, это, как его, это палетный бизнес, это сумо, все это вместе. И, короче говоря, кажется, полгода, вот, на самом деле, со своей настойчивостью, казаха все настроили, здесь много настроили. А потом я говорю, Иван, почему мы это 11 сроков не были заметны, если он кинул это Виктора и все. Видите, кажется, партнер, видите, кажется, это человек ваш очень близкий. Вы переговорите, вы не пугаете, не шугаете. Вот он же рядом со мной живет, на вот театре он живет, кажется. Его машина 24 часа стоит, 37-17. Один из выйти, сказали, Виктор, давай, это, езжай, пойдем чай попьем, переговорим, почему у вас вот эти, кажется. Да нет, что он заявки напишет. Вот заявки напишет, я не хочу, говорю, ты, кажется, вот честно срок. Я говорю, вот он, кажется, блин, кажется, боксер, авторитет. Я со своей простотой, кажется, я говорю, весь механизм против этого слова. Я его вижу, честно, я говорю, на улице видел, что вот у меня такой, говорю, ты козел, говорю, ты будешь человеком или нет, кажется, вот серьезно, Бартик пишет, кажется, давай, кажется, посидим, поговорим. А я ответил, сидим, вечером зайдем в 69, как ему руку подаю, кажется, да, привет, как у тебя надо? Я плюнул в лицо человека, а он здоровается. Я уже, кажется, блядь, как, где вот мужество, где, блядь, человеческое, я, кажется, человек, вот так идет в конфликт, кажется, а ты руку подаешь, кажется, а в это время, в этот день, полки бич, пятницы выйдем, вечером мы с ним зайдем, кажется, блядь, а он здоровается. Вот как тогда, что с таким вот авторитетом вообще о чем-то? А он, кажется, заявки пишет. Ну, конечно, он своих не куда говорит, кажется, серьезно, кажется, что вы видите. Все, что вы не сделали, кажется, что вы не сделали. Заявка, песня. Ну, это заявление, кажется, полицейская отрасль или его посадили. Слышишь, им родственник, вот этот, который денег должен, да, мне вот это. Уже рассказывал. Это же вообще целый ажиотаж был с этим. Он мне там звонит, говорит, так, Строгородский, будешь встречаться? Я говорю, ну, а ты будешь с Николаевичем встречаться? Так Николаевич спрятался, он неделю, его не было. Я... Честно говоря, что билет купили, все купили, это Дагбар, мне кажется, год спрятался. Никаких, наверное, моих банков ничего. Я нашел его в Париже. Купил билет и все дался. Говорю, Иван, поедем, кажется, чтобы переговорить. И представляете, приезжает в аэропорт, говорю, парень заболели, все. Он не приехал в аэропорт? Да, не приехал. Ну, вот. Вообще не приехал. Я говорю, поедем, все, человек, я гостиница, все, да, мне кажется, подсказывали, где он есть, на неделю там будет переговорить. Кто он такой Акбар? Кто такой Акбар? Гражданин Узбекистана, молодой, ну, сейчас 28 лет ему. Блин. И вот, вот после этого, кажется, ну, да, Франции... как можно бояться Олега Шафера? Как можно его вообще бояться? Вот нет, кто ну, такой бесхозный? Я же это о чем, кажется, все, кажется, всегда, кажется, наезд на своих близких, которые знают, что добрые, порядочные, ну, правы. Внедриться, конечно. Вот это есть, кажется, изучают психологически, конечно, вот так, говорю, но сейчас у меня, конечно, говорю, я говорю, я гарантия всем, что вот дай бог, и с этим я разберемся, мне все равно похоже, за это после всех, то есть они будут сказать, что дорого его били. Они получили мне миллионы, это претензий нет. Вот за такой хамство они будут сказать всю жизнь, кажется. Не так я, а мне это, извините, я свои функции, все, кажется, свои человеческие качества выполнил, кажется. И прежде чем, кажется, вот такие вещи сделать, кажется, я поехал, хорошо для них, говорю, что они взяли, говорю, ну, назвай пока, или на юристе, или на кого-то ты, ну, я возьму 20 тысяч долларов, да. Спокойно, там, дай доверенность, едь куда хочешь, я твое дело все завершаю. А когда адвокат тебе там все извини, говорю, что ты делаешь? Или суд подошли, просто ты извини, нахер ты пошел, говорю, ты не мог, я возьму другое.
А тут как все так, говорят, свои люди, говорят, это гены, говорят. Я еще вот перед поездкой они сидели, говорят, диван 100%, что это нормально все, говорят. А он говорит, гены все нормально. Ну что, как можно не сумасшедшие, 100% все сделали. Нет, вот так я говорю в этот же день, что этот начальник арбитражного суда сказал, что ничего не взято. Гуляк сидит и говорит, что нет, что тот начальник мне врет, и он поверил гений. Я говорю, проверь, гений не верь, потому что тот не будет ему врать. Он сказал, вот гений тот уехал, и все равно гена получил свой день. Это про тебя? Да? Я, извините, вот я считаю, что если вот человек это доверяет, и гарантия... Ну, послушай, как он тут подсосил. Нет, подожди, как Егор, когда приходит, говорит, перед ним, говорит, партнеру подтверждает. А он говорит, да, он же не сумасшедший, он говорит, ты гений можешь? А я еще могу. А как говорить? Вот серьезно, так говорит, гений ты можешь, он же не сумасшедший, парень, он сюда... Дорогой же дом, чем я. А вы, когда все вот это два слова сказали, вы считаете, говорит, 3000 3000 3500, и все, говорит, взяли, взяли, взяли. Ой, как хорошо развели сегодня, ой. Вот так. Вот. Нет. Подождите, знаете, вот Валентин все правильно говорит, вы когда-то на рубль вот эти, которые, как шарик, это уже. Наперстки. Ну, два, три человека они кинули, говорит. А где они чтение, потому что сейчас они напились, накурили, или на бомжи стали, да? А хорошо, у меня вот на это 80 тысяч, что они сейчас заработали? Я сказал. И что дальше? Это точно. Тут дело не в развитии, даже не 800 тысяч, а дело в как бы... В порядочности, в обиде, так, которая... Я от них не узнала, не требовала, ничего не стали расчищать, или я начинал вообще, да. Пришел он. Вместе с Евгением положила все, Николаевич еще положил. Да. Николаевич забрал. Николаевич, пожалуйста, а там уже это. Ты же отвечаешь. Всегда говорится, что вот какая-то бумага возьми, что-то. Я никогда говорю, ну, Олег, я еще раз говорю, ну кому жизнь можно доверять? Вот кому, если 20-30, мы будем с утра до вечера только с бумагами это? Да. Ну тогда вообще, кажется, надо сидеть вот... А потом они меня с этой бумагой, да, все? Да. Бегали. Дай бумагу. А что сегодня? Все. Я скажу, я бумагу подписал. Где мои 80%? Где 80%? Давай, ну, ладно. Чтобы да. Живет большие, что дай Бог. Да. Что да. Мы поговорили и... Конечно. Пусть это будет, пусть это будет самый маленький якорь на пути нашего большого корабля. Самое плохое, что они, конечно, ничего уже не сделают в этом варианте. Вот они, скорее всего, не там, не здесь. Но абсолютно. Они вообще ничего не сделают. Ну да, да. И сейчас очень прокачали. Что они могут сделать, если они не знают, что будет? Вокруг будут ходить, спрашивать, вот такие интриги плести, какие там, кто кому звонил, кто с кем встречался. Да, только интриги сейчас. Только интриги, а рабочего результата никакого не будет. То есть встречи бесконечные, чушь, бред, разногласия, могут еще одному говорить одно, другому другое, да, такое тоже. Нет, сейчас их не имеют, у них другого выхода нет, потому что у них нет никаких шансов, чтобы исправить ситуацию. Они могут сейчас вот создавать ситуацию, что вот почему Сирина. Да, почему я спею? Постоянно. У меня это сразу же было, моментально. Опять же, этот вопрос задайте себе, эти интриги к себе. Кто вам мешал, чтобы вот вы могли работать дальше, правильно? И доказать свою веру, правильно. В результате-то они сами больше посеяли. Ну, понимаете. Абсолютно сейчас... Для нас пусть это будет самая большая ошибка в нашей жизни. Одна из самых больших. Собаки лают, а караван идет. Вот так, чтобы караван всегда шел, пусть они там интригами занимаются. 24 часа, кажется, вот
звали Дерина, что поехали сюда, поехали туда. А до этого какие прибыли? Вот, мне кажется, квартира, машина, это не только человека за прошлые два не досчитали. Вот зачем вот эти слова, кажется, вот, кажется, ей это сделали, мне это сделали. Представляешь, про Гимова приглашают, мне позавчера, да? Говорит, вот, Бай не расплатился там, а мы так хотели тебе подарок купить, там отблагодарить тебя. Вот он, а он сволочь, как и сволочь. Это что-то думать, делать, что он так сделал. Просто некрасиво, а мы остались перед тобой в долгу из-за, да, из-за него. Он виноват. И вот это вот так. Она даже его как-то... Олега видела? Он тоже, мы-то его видели. Но он тоже не шевелится. Он тоже виноват. Когда меня видят, что, они одного ученица, а второй сидит оправдывается. Женя, не понимаешь, что ли? Ну, я, наверное, думаю, а вдруг, если не получится, ну ладно, что-нибудь другое, а вдруг получится? Нет, просто, бывает сволочь. Кинули. Обдумался. Мы так хотели. На Новый год все порадоваться. Бай, ну, как обещал, забыл, где ты. Далеко смотрят, кто Бай с Байбой, кто встретится. Вот тут сегодня шел. Ну да, разглядывал. И главное, а вот что ему делать с этой улицы темной? Вот он по этой дороге идет. Ладно, он пришел бы отсюда, по той дороге, да? А я уже информацию передам, кажется, у Марка сегодня упал, кажется, тебя видели это дружище воспалисец. И мне кажется, статус свидетеля, защита свидетеля, говорю. Передали там электрическую информацию, что и там, мне кажется, все ходят гражданские. С кем вообще, ко мне все ходит, он говорит, чудный, говорит, сегодня гостин. Ну, они таким сердцем у них есть, да, как-то? Ходят, проверят, говорит, все. Тут пугается, тут если информацию придам, говорит, чудный, не говорит, с кексом, говорит. Ну, я тебе скажу, последнее будет, если они нас вместе увидят. Я это уже... Слушай, Олег, это я сказала, гуляй. Олег, они не зайдут с тобой, говорит. Заяву фишинг, там заявок сильно не будет волновать, я думаю, что собираться люди совсем где-то там, да, для решения. Во-первых, думаю, это что будет, блин, кажется, твои возможности, наши все возможности, что, блин, кажется, там 100 миллионов вчера говорили. Что, как так они без нас, как все будут друг друга не перегреть. Представляешь? А потом вот, ёлки-палки, что там мало пустяка. Сейчас они... Что, летом приходит Николаевич, и ему говорит, я держу генеральный прокурор, Верховный суд, я все решаю. Это ты? Нет, он не говорит, что ты, это он говорит. Вот на Новом она, мы же там часто, кажется, встретились, да, кажется? Ну, так, кажется, батя, знаешь, я с прокурором, кажется, сейчас все наши верховные собеки, эти верховные судья, окружной, МВД, любой вопрос, который за два дня, говорит, ты что, говорит, у нас, кажется, принесет домой, говорит, все решения тебе, говорит, опа. Говорю, ничего не надо, говорю, да, спасибо, говорю, если в жизни всякое платье, конечно, будет. Да ты что, говорю, мне такие вопросы, говорю, ты знаешь, говорю, вот там, как-то там 502 года, говорю, я уже решил за два дня, говорю, он говорит эти самые, я опять при себе говорю. Вот так вот, да? Внутри голос. В это время не хотите наказывать этого слова. Вот, Женя. А вы приходите, говорю, такие деньги говорите, МВД и все, говорю. А вы боитесь даже там, через свою вели пойти там уже сказать, что ну, создавать кажется, проблемы, можно 2 минуты придумать, спасовать, статья придумать. Правда? Ну, кажется, говорят, ну что, я никогда, вот, знаете, кажется, у меня принцип в жизни, кажется, я никогда не хочу кого-то унижать в жизни. Он говорит, ну, хорошо, кажется, не дай бог, кажется, в жизни всякое будет, да, мы тут будем поговорить. Вот так и так и так. Главное, пришли. Привели напротив Риги гостиницы, есть это кафе Эмил Густава, знаешь, где шоколад привели Гуляма. А мне, кстати, знаешь, кажется, что вопрос в это время, компания, где все закончили, начали физически.
и благодаря это слово, ну, кого-то там, чей-то Никифоров там, заказал, что компанию, что, ну, ничего не нашли компанию, все, которые нашли физически. Я этому, когда Ганг сказал, я говорю, слушай, это вот мне хотят, я говорю, у меня время нет, я их нахер пошлю, так что идите поговорите, что какие-то бумаги, надо, я подпишу, что я говорю. И познакомили меня с Ириной, говорю, вот служба госдохода. Гена, говорю, это, как это заметили, а сами, как это, индексами, это виды, которые... А, это даже и знакомые, что ли? Нет, женщины, которые... Это заместитель, помощник, это все, вопрос. В принципе, все она решает. Да. Кстати, заместитель, а была ситуация, когда у Гуляма была проблема в Юрмале с соседями. И я его вызвала как прокурор, потому что было заявление на него. Это не у меня проблема, потому что это соседи, там, полтора метра, говорят, забыл, говорят, начать делать. И туда пошло. И Гулям пришел, понимаешь, и он меня увидел. Какую службу госдоходов уже помнит? И через два дня говорит, что? Она вопрос уже договорилась, надо 2000 лат. Я говорю, что так много? Где? 2000 лат. Да, отдал. Да. И все, говорит, спокойно, два месяца, она говорит, договаривается, все тебе подготовлю. Ты представляешь? Я говорю, хорошо, слава богу. Потом приходит, там, кажется, через я говорю, слушай, говорю, там уже готовили, надо еще там 1000. Я говорю, хорошо, на 1000. Потом мы знаем, кажется, что вы. Геда, но это я Николаевичу позавчера сказала. Я говорю, Николаевич, как это так, что Геда брал у Гуляма, он говорит, он ничего не брал. И я отвечаю, что Геда не брал. Ну вот как я вообще, вот после этого. А он такой сволочь не дал на подарок. И самое твоя сволочь какая. Когда все это Петрича, его не гей приходит, ну так я говорю, слушай, говорит, нашел, да, снят арест из гостиницы. Надо благодарить. Я говорю, говорите там, что, сколько я же не знаю. И Гена смотрит на Ивана, Ивана встречал. А Гена отрадит, говорит, когда глаза смотрит, говорит, 10. Тихо, тихо, тихо. А говорю, чего? И вот это со своей шошкой глаза смотрят на Ивана. Ивана это, и так он делит Ивана. Да, так всегда делает. А это, говорит, 10 тысяч долларов. А это, блин, Иван Коловский. Почему тебя просили? Слушай, а ты помнишь, что ты говорил? 330, помнишь? Каждому. Гена, Иван, я пришла туда, да? И он говорит, и Гена, кстати, рассказывает, это ты никогда не слушаешь, что тебе люди говорят. И он сидит, говорит, был, говорит, такой случай, говорит, сидели за столом, он говорит, приходит, говорит, адвокат к этому самому, и говорит, давай, говорит, 5000. А тот говорит, испуганными глазами подвали, говорит, чего? А тот такой, долларов. Он говорит, фу. Хорошо, что это за... А адвокат такой говорит, помнишь, что это? Да, а это правильно придумали. А это после этого они... А ты никогда не знаешь? Ладно, рассказывай дальше, Гурам, рассказывай. Ну, он дал 10 тысяч долларов, рассказывай дальше. Ну, короче, это 10 тысяч отдал, все приходит. Через пару дней. Ну, через какое-то время приходит, говорит, парень, сейчас я как-то вот Новый год, мальчик, нам нужен, годится, как все, надо это самое. Я говорю, ребята, ну давайте пишите, слушай, как все говорят. А говорю, это Петрича говорит, понимаешь, говорю, в жизни всегда, говорится, не знаешь, откуда и что-то, говорится. Он же начальник экономической полиции, бизнес, говорю, надо его согреть, ну вот, подогреть еще. Ну, говорю, опять говорю, что вы говорите, вот точно 100% обещал, что арест или мальчик. Хорошо, ну сейчас в это время четкий я с университетом, говорит, 7000 евро. Опять. Ну, 7 тысяч. Я взял, я даже говорю, что завтра 7 тысяч. Я говорю, Иван, вот гарантия, что 100% это все будет, конечно, говорю, дурак не сумасшедший. Блин, кажется, я говорю, где, как, и каждый день спрашиваю, а где это, я говорю, где это все? Слушай, говорю, вот сейчас, говорится,
какие-то неприятности, в отпуске, там кого-то поймали, там все какого-то его инспектора. То же самое, да? Ну да. Поцелее в отпуске. Ну, поцелее в отпуске, он болеет, он тоже выйдет через неделю. Вот сейчас 100%, потом я заеду. Я он даже пару раз там вырещал его в кабинете. Да, да, да. Ну да, типа что сейчас, когда все вот болеет, он в отпуске, за ним следит дети. На, там туда-сюда, какой-то его главного вот за что-то арестовали, поймали, вот. Я говорю, а почему за сети? Я говорю, у нас законный путем, я просто хочу ускорить этот процесс. Если не обращать ничего, я не хочу, чтобы так, там... Слушайте дальше. Короче, уже это было в декабре, январь, февраль, март. Уже в марте Гена приходит ко мне. Говорит, слушай, там ну, все с ума сошли. Надо подойти к этому роману, который он делал. Все. Да. Говорит, и снять арест. У меня есть 3000 долларов, делим пополам и Роману 500 долларов. Из 3000, кажется, взяли 7000, это 2000 долларов. Это 20000 долларов. 3000 возьму, пополам делим 500 долларов. Я говорю, я смотрю, говорю, так ты же говоришь, что у тебя губерманец там вообще почти дома есть. Ну нет, он сошел с ума, не надо ему там знать вообще, что он ничего не знал. Ну просто к Роману договориться. Слушай, я вызываю Романа. Роман встречается со мной. Да. Слушай, там Гудерман не сказал, вообще, пока не будет его слова, он вообще не собирается даже. Страшно. Да, да. Есть новый рыба, уже сразу подлезет. Я говорю, можешь идти спать в 302-й, наверное, какой-то там выставил. Да, в 307-й. Я сразу сижу, он так спать хочу, он говорит, иди. 307-й, наверное. Так что, Олег, мы же в гостинице. Если что, ты можешь подняться. 307-й. Вот, конечно, президентский это вообще. Нет, хорошая, да, красивая. Да, красиво. Гостиница, столько всего она пережила, конечно, с самого начала. Ну хорошо, в хорошие руки попала. Это рада. Рада тоже думали ее прикупить. Еще да? В самом начале, когда это. А вообще была ситуация такая, что я хотел приватизировать это место, еще когда институт здесь был весь. Еще до постройки всего. Вот здесь был институт. Вот это все, место было институт. Да. По-моему, да. Вот это все. Нет, нет, не было. Я училась в этом институте. До вот этой улицы. До этой улицы, да. То есть там, где дума, вот да, это. Да, да. Вот эта улица. А здесь уже не было. Не было, нет. Вот это была стена, вот эта серия, это было последнее. Так они вот там ничего не дают никому, да, получается. Потому что тоже я там договаривался со всеми. Одно, второе, третье. Политехнический. Центральный, да, политехнический. Как это сопротивление? Он еще был Хрущевский, да? Хрущевский какой-то, да, постройка. Сопромат электрическая механика. Его потом разделили на две части. Одну снесли. Да, вот это старый электорат был старый, а это новое пристроено. Там было. А на этом месте другое здание. Нет. Ну вообще да, не было. Красный тоже так, напротив этого. Вот я не помню, что на этом было. А там же РТО остался на каждое. Это осталось ректорат. Он так и остался, ректорат там остался, да. Да, так что. Горе, горе общее. Ну. Да, дай Бог, чтобы у нас были позитивы вообще. За то, чтобы, как говорят, нету худа без добра. Да, вырвал даже у меня слова. Извини, но я дал тебе все равно первый сказать. Да, Лиза? Да. Пройдет лет 5, дай бог, и мы с ними встретимся вместе, ну не так-то встретимся где-то и по дороге, понятно, а потом сядем, они скажут, ну вот видите, мы же делаем,
Вот так ему помогли. Ваш знакомый, не дай ему помогли. Я знаю, что знакомый, я говорю, ты потом докажешь, что 20 лет уже знаешь. Что, не за эти тоже нам нужны, да? Нет, в принципе, эта позиция их не любит так, ну, понятно, как бы, это их не такой хлеб такой, но просто, ну, она означает то, что уже как бы некуда, неоткуда взять эти деньги. И они уже вокруг этого близкого окружения фактически таким, ну, некрасивым способом уже как бы таким, ну, я думаю, что отлично, как бы они где-то это понимают, что это некрасиво, но я думаю, что настолько там нужда большая, что уже как бы, ну, уже вот идут на такое вот некрасивое действие. Были бы времена, наверное, получше, может быть, было чуть-чуть по-другому все это, но... А жизнь не за все надо платить. Хорошо. Посмотри, как страдает моя дочка сейчас, в данный момент. Гена все время по больницам ездит. Это не просто так. Не, ну у Гены проблемы, да, у нее дочка... У Гены дочки, хорошо. А? Вот у нее проблема какая-то, ужасная проблема. 28 лет дочки, и у нее все, поджелудочная железа не работает. И девушка 30 килограмм есть. 60. Да, ну и брат. Но он все время болится, да. Не, ну и брат еще же этот в коме. Ну был, но вытащил. Не, ну у него 100 генов. Гена вокруг никто не работает из семьи. Всех он содержит. Ну, конечно, там деньги. Всем квартиры. Всем квартиры надо обеспечить. Все надо заплатить. Жена не работает, та жена не работает. Ну, а что, гулять? Не будем это, да. Не будем это, да. Чтобы главное, чтобы... За счет что? Наших детей. Не, ну, я всегда говорю, а они же, в принципе, так все говорю, ну извини, но у них же тоже есть дети, больные, и родители. Всем же надо помогать. Ну, у каждого есть все это. Нет, есть мораль, которую нельзя перешагивать. Я понимаю, когда проблемы с, допустим, подъездом, что-то, не дай бог, другое, критическое, говорю, дай 10 тысяч долларов, через год, через два года я тебе за это другое дело. А можно подойти попросить 100 тысяч? Без запроса вообще. Да, да. Всего. И может сказать, я попробую решить вопрос. Да. Но не гарантирую. Да. Если не получится, я верну деньги, если получится. Главное, да. Самое дрянь, я не беру гулянку, 10 тысяч до Гудермайца, еще говорят, нам дай по 1000. Я не знаю, что 10 тысяч не пойдут Гудермайца. Еще взяли по 1000. Они, во-первых, поставляют человека, они говорят имя такое, которое о человеке вообще даже не знает. Даже не в курсе соблюдения курса, ничего не знаю. Я рад, что вот тому поделение скажем, вот дурак, и получается так, что залетает, ну, тоже резонанс, как бы такая тоже ситуация. Потом это выправляет все. Ну, да, это из нас небольшого ума получается. Искаженная информация, как бы страдают те, которые вообще получат прибочки, понимаешь, что вчера на тебя смотрят, так знаешь, как ты не очень доверительно смотришь, и ты почему там, знаешь, а потом получается. Я знаю, вот этот легенда или история, которая в книжках там 3-4 пишет, что вот Ворк пришел, там 2-3 раза передачи. А на четвертый раз, когда реально Ворк пришел, никто реагировал. Нет. Да. Потому что когда он, как всегда, народ обманывает, он кричал, чтобы как шок какой-то. Да. Вот это самое страшное. Когда ты в жизни всегда как-то, вот никто не гарантирует, там, у кого-то зубы болит, у кого-то голова болит, у кого-то что-то. Вот эти зимы правильные спорты, а в Рожской дисциплине ко мне никто не обращался, говорит. Вообще ни о чем вообще в жизни говорить.
И вот тут разница какая, что вот наркоман какой-то, или бомж какой-то, или там карманщик, который все, ну, поймал меня, молодец, как все, я проханулся, как все, не следил по своей кармане, что вот так, где рук не держал. Ну, конечно. А когда я знаю, что ты мой друг, ты мой, как все, близкий, как все, это, как все, ты даешь руку, а где мы все подходим, я же в этом жизни, хорошо, как все, вот в жизни, в этом жизни. Может быть, там все, никогда никому плохого не знаю. А ты скажешь, брат, помоги мне, там все. Mm-hmm. А вот это меня помнит, скажет, как все, пошел, ты знаешь, куда, как все. Ты тогда плюнул мою лицо, как все. А я как тебе, как все, буду сейчас руку падать, а кто такой, как все, что? Или гарантия, ты, как все, всегда 24 часа, как все, дом, везде, как все, самое лучшее, как все, что было в жизни, никто, как все, не запрещал, не ограничил, как все. Вот, серьезно, или эта группа, всегда самое-самое лучшее, как все. Я заникался с семьей в свое время в Солебург, вот ходил до 4, до 5, там все, всех дискотеках, всех клубах, всех этих гулянок, там все. Да, в дискотеку? Да. И она говорит, что вот дети и все, никакой дискотек, они ходят вот туда-сюда, там все. Я рядом с ним, чтобы заплатить за их, и все, как осетка. Нет, ладно, я не буду тебя обижать, но есть, будет лоб, который на все заплатит. Ну вот так я был, как все, да. Я как заплатил везде, как все. Вот всех, Пермский, Мерский, все 20 человек они таскали, как все, все, что было, как все. Потом Пермский купил квартиру в Лондоне, вообще в жизни не работает, ничего не делает. Ну ты говорил. Нет, да. Леха, а ты Ильича, да. В Лондоне квартира, там то, там. Понимаешь, как все, вот когда еще вот так вот у меня где-то какой-то объект появился, как это так? Вот как это заработало? Почему тебя там обвинят? Я же даже говорю, что мне кажется, никогда не пора вот пойти и сказать, что для Петрича говорит, на моем сыне старший говорит, как ты там на джип ездишь? Иди работай, говорит. Серьезно, я вот это. Ну, сам. И он сам его позвал Камаку и сказал, это я в доле, я все решаю вообще. Петрича? Да. Я в доле. Дольщик наш. Я буду сейчас долить, он сказал. Вот как всегда у них вот принцип, понимаешь, что они всегда хозяйствуют. А вопрос, я говорю, вот эти 50 раз сказал, что ребята, кроме нас, кроме ваших близких, я говорю, допустим, Олег, я говорю, да, и третий, что ли. А почему они до смысла говорят, а как сухарик, знаете, и степень, знаете? У них актив сегодня 1 600 000 000 долларов, 3 миллиарда долларов. Вы же говорите, знаете, вы же обсуждаете деньги, что из деньги он из джинсов нашел, он джинсы шевел. А почему не болеть не говорите, ребят, я в доле вашего хозяина, ну, вот это капитал. А почему ко мне придешь, а почему к Олегу, почему к третьему, четвертому? Вот он мне сказал, а почему вы же сами мне рассказываете историю человека, который вот говорит, джинсы шевел, там. Жена гуляли, это гуляли, подойдите. Нет, я с местным Петриша вообще наглый. Вот когда он в Долл Сити приходит, я вообще не знаю, что это за человек, вот гулял, говорит, вот это мой сумма. И слышишь, он приходит, он говорит, у меня 1 000 000, я сейчас хочу вложить, так, неси мне икру. Если, думаю, ничего себе, гулял, хороший клиент, приходит, икру заказывает, платит. А он, оказывается, приходит, пьет самый дорогой коньяк, ест и еще там глотой. Нет, кому-то это его гостиница, и потом все боятся. Его никогда не хочет на себя взять функции наезда. Вот это Петрича он настраивал, да, это Петрича знает, что больше нет, да. Без Ивана, говорит, он ничего не может работать. Вот начинает все подряд, без фильтра, без контроля, все говорит, да, давай, ему там все равно. Он скажет, завтра его зажжу, поедет вместе, посмотрите, скажет, я извиняюсь. Я таблетку выпил, у меня есть... Да, с головой. Да, с головой, как я не помню, что я сказал. А вот давайте проверьте мне, вот каждый день таблетки пьет. Он как, кстати, говорит, когда ему что-то вот по факту, когда мы в своей контрабанде сигареты продают, да. Блядь, я болею, а сегодня вот это, как в больнице, как называется это, на Кришна Бара, на этот, Москва, с которой малейшая. Вот, я сегодня ходил, как у него укол, там все, туда, как спортивный, грязный, какой-то брук, а когда уже все деньги мы вернули, все, он карман, как он. Без зелья. Да. Начиная оттуда, маленькие, все приходит, все, леет, это. То есть человек себя заранее поставил так, дурака валяет 100%, да. Я с Иваном. Вот на разборках, на переговорах, как он будет, он говорит так, что вот,